1969 год. Американский космический корабль Iron Man 1 терпит бедствие на орбите Земли. Техническая неисправность корабля привела к тому, что трое астронавтов, которые должны были вернуться на Землю после длительной орбитальной миссии, оказались в ловушке, которой стала кабина их корабля. Они не могут вернуться. Поскольку миссия подошла к концу и астронавты должны были спуститься на Землю, кислорода остается на несколько суток. И за это время помощи ждать неоткуда. Тем временем на Земле, в Центре управления полетами и в руководстве НАСА лихорадочно ищут решения для благополучного выхода из сложившейся ситуации. Никаких космических кораблей, готовых в ближайшие часы отправиться на орбиту и забрать людей, над которыми нависла смертельная опасность, нет. Даже через полвека никакие дежурные спасательные корабли не стоят, готовые к старту, в случае нештатной ситуации. Не находятся они на стартовых площадках ни у одной из держав, имеющих свою пилотируемую космонавтику. Последним и единственным шансом для спасения астронавтов оказывается экспериментальный американский космический шаттл, который даже не прошел всех необходимых испытаний. Перед руководством НАСА стоит дилемма. Они точно потеряют трех астронавтов, если не попытаются их спасти. Но если запуск экспериментального шаттла окажется неудачным, то они все равно погибнут. И погибнет пилот шаттла. Тогда они потеряют не трех, а уже четырех астронавтов. Но все же решение о запуске принято. Однако старту спасательной миссии мешает ураган, обрушившийся на космодром. А там, высоко над землей, каждый вдох дается все трудней. Астронавты понимают, что это конец. Им не хватит кислорода, чтобы дождаться помощи. И тогда один из них идет на отчаянный шаг. Чтобы его доля кислорода осталась двум другим астронавтам, и они смогли продержаться подольше. Вдруг ураган стихнет, и помощь придет. Спасательную миссию все же удается запустить, и шаттл летит на помощь. В то же время оставшиеся астронавты замечают неожиданного гостя за порогом своего корабля. Советский космонавт также пришел к ним на помощь. В итоге, пусть и не в полном составе, но американский экипаж все же удается спасти. И это, конечно же, вымышленная история. Еще в 1964 году был опубликован научно-фантастический роман американского писателя Мартина Кэдина «Оставленные» или «Брошенные» в оригинале «Marooned». А в 1969 году, спустя 4 месяца после знаменитого полета экипажа под руководством Нила Армстронга, о котором мы еще поговорим, на киноэкраны Америки вышел одноименный фильм, снятый по этой книге, в русской локализации «Потерянные». Фильм этот, хоть и относился к жанру фантастики, был максимально приближен к реальности. И на волне всеобщего интереса людей к космосу, обусловленного новыми свершениями в освоении космоса, которыми были насыщены 60-е годы, ожидался кассовый успех подобного фильма. Но, увы, фильм в прокате провалился. Поговаривают, что в основном из-за того, что он оказался в тени куда более зрелищного фильма Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея» 2001 года. Тем не менее, этот забытый уже, потерянный, оставленный или брошенный фильм еще окажет свое влияние самым неожиданным образом. Но примечательно еще вот что. На один из киносеансов, транслировавших этот фильм, пришла некая Мэрилин в сопровождении своего мужа Джеймса. У Джеймса к подобному кино был свой профессиональный интерес. И злая ирония в том, что пройдет всего несколько месяцев после этого похода в кино, и Джеймс сам окажется практически в такой же ситуации, как и те трое астронавтов из фильма «Потерянные». И даже хуже.
Он и двое его товарищей окажутся в такой ситуации, когда помощи ждать будет действительно неоткуда. Ни спасательной миссии, ни советскому космонавту взяться в его ситуации будет просто неоткуда. Ведь Джеймс и еще два астронавта окажутся в беде не на орбите Земли, а гораздо, гораздо дальше. Но как он там оказался? И было ли это на самом деле? Может, все это фальсификация, мировой заговор? Ведь Джеймс и его экипаж попали в беду по дороге на Луну. Что ж, обо всем по порядку, и уж коль скоро речь зашла о Луне, то вы, наверное, уже поняли, с чего мы начнем. Исследования лунных пород методом ураново-свинцового радиоизотопного датирования, позволяющего определять возраст геологического материала не моложе миллиона лет и возрастом до миллиардов лет, с погрешностью не более 1%, дает примерный возраст Луны в 4,5 миллиарда лет, что делает ее примерно на сотню или на несколько десятков миллионов лет моложе Земли. Но откуда она взялась? Наука не часто балует однозначными и неоспоримыми ответами стопроцентной точности на главные вопросы мироздания. Наука на то и наука, что она в процессе поиска всегда. Выдвигающиеся наукой гипотезы той же наукой подвергаются беспощадной бомбардировке, примерно как поверхность Луны подвергалась бомбардировке метеоритами. Наука бомбардирует гипотезы новыми вопросами, сомнениями, экспериментами, проверяющими гипотезу на прочность. И эта бомбардировка может приводить к новым вопросам или открытиям, ну или и к тому и другому вместе взятым. Наиболее устойчивой гипотезой является такая. Куатликуэ – имя ацтекской богини, которое присвоили гипотетической звезде, обладавшей массой в 30 раз превышающей массу нашего Солнца. Взрыв сверхновой, а именно звезды Куатликуэ, привел к гравитационному коллапсу, который оказал воздействие на ближайшее газопылевое облако. Взрыв сверхновой не только прибавил к газопылевому облаку нового вещества, тяжелых элементов и так далее, но оказал на облако воздействие ударной волной этого самого вещества, что привело к уплотнению газопылевого облака. Гравитационное сжатие облака привело к увеличению скорости вращения этого самого облака. Увеличение скорости придавало облаку дискообразную форму, а увеличившаяся интенсивность столкновения частиц вещества в облаке привела к нагреву этого вещества, особенно в центре диска, где скорость вращения выше. Увеличение температуры привело к свечению в центре. Возникла протозвезда. Из ближайших к ней областей вращающегося облака вещество стало притягиваться к возникшему светилу и падать на него, увеличивая плотность и массу. Так родилось наше Солнце. В отдаленных от светила районах облака температуры были ниже, недостаточные для возникновения термоядерного синтеза и мощного центра притяжения, как в центре. Но все же и там за счет гидродинамических неустойчивостей стали возникать локальные гравитационные центры. Планеты зимали. Притягивая к себе вещество, они росли, а плотность протопланетного облака, его загазованность, падали, снижались, поскольку вещество стало концентрироваться в этих гравитационных центрах. Планеты зимали постепенно превращались в планеты. В общем, сначала возникли наиболее массивные объекты, затем объекты поменьше, малые планеты, планетоиды, астероиды и так далее. Согласно одной из гипотез, изначально планет было больше, нежели сейчас, но их гравитационное воздействие друг на друга приводило к хаосу, царившему вокруг молодого Солнца. Шла настоящая беспощадная борьба за место под Солнцем, точнее, за место вокруг Солнца. Огромное количество объектов выталкивалось в результате этой борьбы из совсем юной Солнечной системы. Другие объекты падали на планеты, третьи оказывались в гравитационных ловушках крупных планет, обреченные обращаться по орбитам вокруг тех, кто посильней. Но происходили и драматические столкновения, которые могли разрушить часть планет, превращая их в мелкие обломки, которые в свою очередь падали куда-нибудь в виде астероидов или выталкивались за пределы молодой Солнечной системы. Еще не остывшая планета, приблизительно размером с Марс или чуть меньше, столкнулась с объектом заметно крупнее. Это была тоже планета, также не остывшая.
разгоряченный этой безжалостной борьбой подросток, на поверхности которого мы все сейчас находимся. Земля. Как мы оказались здесь? Ну и дыра. Земля. Вот дерьмо. Столкновение едва не погубило Землю. Но тут, как говорится, у кого гравитация больше, тот и прав. Планета Тея, так ученые, выдвинувшие эту гипотезу, назвали объект размером с Марс, погибает. Удар нагревает Землю до 10 тысяч градусов по Цельсию. Часть пластичного горячего вещества выбрасывается с поверхности Земли, но гравитация нашей планеты не отпускает ее. Так появляется Селена. В древнегреческой мифологии Селена — это дочь Теи. Ну или просто Луна. Сейчас это одна из наиболее популярных гипотез, наверное, не только потому, что людям нравятся всякие взрывы. Есть, правда, у этой гипотезы некоторые проблемы. Различные тела Солнечной системы имеют различную изотопную сигнатуру. Но изотопная сигнатура Земли и Луны очень схожи, что может намекать на то, что появились эти два тела примерно в одно время из одного материала. Но изотопная сигнатура Теи должна была отличаться от земной. Следовательно, отличались бы и сигнатуры Луны, появившейся из остатков Теи. С другой стороны, если большая часть Теи поглощена Землей, а остатки ушли на формирование Луны, то не объясняет ли это схожесть сигнатур двух тел? Или же столкновение могло привести к выбросу значительного вещества Земли, из которого получилась Луна, а вовсе не из куска Теи? Короче, вопросы остаются, но благо есть и другие теории. Еще сыном Чарльза Дарвина, Джорджем Дарвином, была предложена гипотеза, согласно которой новорожденная горячая Земля вращалась так быстро, что исторгнула из себя часть вещества, ставшего Луной. Но это как стошнило на карусели. Это могло бы объяснить общую изотопную сигнатуру, о которой во времена младшего Дарвина понятия, конечно, не имели. Но все же эта теория относится к разряду слишком экзотических. Экзотической теорией является также захват и притягивание малой планеты, которой и была Луна. Или же теория похищения Луны у Венеры, спутником которой та якобы была изначально. Эти версии тоже не согласуются с данными по изотопным сигнатурам. Далее существует гипотеза аккреции. Земля и Луна сформировались довольно мирно, без всяких столкновений, из одного аккреционного диска вещества, как двойная система. По другой гипотезе, на начальном этапе эволюции Солнечной системы, Землю, как и другие планеты, интенсивно бомбардировали метеориты и крупные астероиды. Мощные удары выбрасывали вещество Земли на орбиту. Из этих обломков сформировалось кольцо, которое затем силами гравитации было превращено в Луну. Интересная теория, но подобный процесс занял бы значительно больше времени на формирование Луны, а ведь разница в возрасте между Землей и Луной невелика. В общем, науке еще предстоит поиск ответов и открытий в этом направлении. На то она и наука. Что бы там ни случилось 4,5 миллиарда лет назад, все эти годы Земля не была одинока. Вот это я понимаю крепкие отношения. 4,5 миллиарда лет вместе. Правда, та же наука предполагает, что тогда Луна была гораздо ближе. Всего в 30 тысячах километрах от поверхности Земли.
Но за первые 500 миллионов лет она отдалилась до 140 тысяч километров, а сейчас и вовсе примерно в 380 тысячах километрах от Земли. Да, раньше фотографии Луны были бы эффектней. Часто говорят о влиянии Луны на Землю, но ведь и Земля на Луну влияет и влияла, тем более, когда спутница была ближе к Земле. Крупные объекты Солнечной системы, сформировавшиеся в те неспокойные времена, обзавелись и атмосферой. Ощутимая гравитация небесных тел способствовала этому, притягиванием наиболее легких и летучих остатков протопланетного облака, а также за счет метеоритной бомбардировки и геологической активности. А Луна — это крупный объект. Она чуть меньше планеты Меркурий, с ощутимой силой тяготения. Но близость к Земле и воздействие Земли на Луну привели к тому, что она очень быстро со своей атмосферой рассталась. Точнее, атмосфера у Луны есть и сейчас. Состоит из водорода, гелия, аргона и неона. Правда, плотность ее ниже плотности земной атмосферы в 10 триллионов раз. То есть атмосфера Луны — это примерно как регулярная индексация пенсий. По бумагам вроде есть, а на деле ни хрена нету. Исчезновение почти всей атмосферы Луны на ранних этапах существования нашего спутника привело к тому, что поверхность Луны не подвергалась эрозии почти всю ее историю, а детали рельефа возрастом чуть меньше возраста самой Луны сохранились до наших дней. Конечно, вместо эрозии Луну изрядно потрепали метеоритные бомбардировки. Но та же сохранность древней Луны позволила установить, что настоящим метеоритным ливнем Луна подвергалась от 4,1 до 3,8 миллиардов лет назад. Ну а некоторые древние кратеры на Луне свидетельствуют о том, что в нее врезались и глыбы крупнее Эвереста. Примечательно, что такое же время назад состоялся очередной перегрев поверхности Земли и даже расплавление ее коры. То есть, возможно, огромное количество астероидов и метеоритов атаковали в одно время оба небесных тела. И то, что Земля крупнее и обладает большей силой тяготения, чем Луна, обусловило наибольший урон, нанесенный именно Земле. Массированные бомбардировки снова разогрели поверхность Земли до 1000 и более градусов. В разных уголках Земли геологами исследованы скальные осадочные породы. И возраст таковых, как правило, не превышает возраста в 3,9 миллиардов лет. Хотя из истории о вершине мира и горном безумии мы помним, что умудряются находить и датировать некоторые горные породы более внушительным возрастом. Но, как уже сказано, наука в процессе поисков и исследований. Тем более, что далеко не факт, что во время массированной метеоритной бомбардировки Земли и разогрева земной коры все породы подвергались плавлению. Итак, древнейшие породы на Земле в основном чуть моложе древнейших следов метеоритного воздействия на Луну. Следовательно, скорее всего, до этого времени на Земле все же было тотальное или значительное плавление пород. В связи с этим существуют еще довольно интересные гипотезы. Например, сложные химические соединения на Земле могли возникнуть уже до этого. Те самые соединения, что станут предтечей возникновения жизни. А может, даже и простейшие микроорганизмы уже существовали на планете. Но массированный удар положил первой попытке эволюции жизни на Земле конец. Однако тот факт, что рядом с Землей Луна довольно крупное небесное тело, и то, что она все же приняла на себя часть того массированного удара, пусть и меньшую, но все же заметную, могло привести к тому, что какие-то соединения на Земле все же смогли сохраниться и пережить катастрофу. Либо они исчезли без следа и без остатка. Но Земля быстрее смогла оправиться от той катастрофы, и новая попытка зарождения жизни на Земле началась раньше, нежели это было бы в условиях отсутствия Луны, которая приняла часть метеоритов и астероидов на себя. А также наличие Луны со временем замедляло скорость вращения вокруг своей оси Земли, что увеличивало суточный цикл и улучшало условия для возможной жизни. Как бы там ни было, жизнь на Земле все же пробила себе дорогу. Предположительно, 3,8 миллиарда лет назад, с началом эпохи Архея, появились прокариоты — первая жизнь. Ну или вторая, если нечто подобное имело место до бомбардировки. И Луна влияет на эту жизнь до сих пор. Приливы и отливы в морях и океанах обусловлены не только влиянием солнечной гравитации, но и тяготением Луны. А приливами и отливами пользуются многие живые существа, например, крабы, морские черепахи,
Некоторые ночные хищники, например, совы, наиболее активны в полнолуние, когда ночи особенно светлы. Оно и понятно, под сиянием полной луны, отражающей солнечный свет, даже заголовки газет можно без труда прочесть. А совам лучше видно добычу, которая также в лунном свете охотнее выбирается из нор в поисках съестного. Орбита Земли стабильна, как и наклон ее оси, благодаря которому существует стабильная и регулярная смена времен года. Этому также способствует наличие у Земли массивного спутника. Земля, ближайшая к Солнцу планета, обладающая спутником, а система Земля-Луна – единственная известная система с подобным соотношением масс и размеров. У других планет Солнечной системы, обладающих спутниками, пропорции совсем иные. Конечно, есть у других планет спутники крупнее Луны, но их величины крайне малы относительно планет, вокруг которых они обращаются. Несмотря на то, что постепенно расстояние между Землей и Луной увеличивается, Луна пока еще крепко-накрепко привязана к Земле. Настолько, что ее период обращения вокруг Земли равен периоду вращения вокруг собственной оси, из-за чего мы всегда видим только одну сторону естественного спутника Земли. Хотя, может быть, за 4,5 миллиарда лет Луна так насмотрелась на нравы, царящие на Земле, что наверняка решила, что не стоит поворачиваться к этим обезьянам спиной. Тем более... Закончилась эра Архея, за ней пришел Протеозой, затем Палеозой, потом Мезозой. Великие буйства жизни сменялись великими вымираниями и оледенениями. А на Луне практически ничего не менялось. Разве что очередной, теперь уже редкий метеорит оставлял на ее поверхности свежую отметину, едва различимую из Земли, а то и вовсе оставленную на обратной стороне. Луна привычно бороздила ночное небо Земли, пока исчезали динозавры и начинали подниматься Гималайские горы. Наступил звездный час млекопитающих, в сменившем мезозойскую эру кайнозоя, а Луна была все там же. Но потом появились люди. Человеческое существо так или иначе однажды обратило бы свой взор на ясное ночное небо, полное звезд. Но, скорее всего, это случилось бы несколько позже, если бы внимание к себе не привлекал особо выделяющийся на ночном небе крупный и яркий объект. И, конечно же, это была Луна. Звезды на ночном небе тоже движутся, но это не так бросается в глаза. Чтобы обратить на это внимание, надо за ними внимательно следить. А кому это надо, когда надо дотащить до пещеры тушу дохлого мамонта, впечатлить самку, а потом спариться с ней, чтобы обеспечить человечеству унылое безрадостное будущее? А вот Луна — другое дело. Она крупная, яркая и непостоянная, как та самка, из-за капризов которой посреди ночи пришлось ловить мамонта. И она, то есть Луна, привлекает к себе внимание. То она круглая и яркая, то меняются фазы, потом вовсе куда-то пропадает и на небе только звезды, потом снова возникает полумесяц. Наверняка, благодаря Луне, древний человек гораздо раньше стал обращать внимание на ночное небо. Луна привлекала к себе, как тот монолит из космической Одиссеи.
Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Мы видим. Лунный свет был первым лучом в познании мира. Это была заря, возвещающая собой возникновение науки, которая с течением веков покорила своей власти все звезды, всю необъятную вселенную. Кроткое светило ночей является первой станцией при мысленном путешествии в бесконечность. Камил Фламарион. Со временем человек заметил цикличность того, что происходит с ночным светилом. Новолуние, когда луны нет, полнолуние, когда она во всей красе, фазы роста, фазы убывания. Все это повторяется. А еще в разное время ее по-разному сопровождают другие ночные светила, совсем маленькие. И внимательное наблюдение показывает их цикличность. Но отличающуюся от цикличности Луны. Такое внимание и такие наблюдения приведут к появлению у человечества календарей, имеющих огромное значение при переходе от собирательства и охоты к земледелию, обеспечивавшему большую стабильность в пропитании, менее кочевой образ жизни, а значит рост и развитие человеческого вида и место его обитания. Такое внимание и наблюдение, возникшие на их основе календари, все это станет одним из условий развития у человечества знаний, связанных с арифметическим счетом. Палеонтолог Чезаре Эмилиани в 1993 году предложил ввести в оборот галоценовый календарь. То есть вести летоисчисление не до нашей эры и нашей эры, в котором есть серьезные прорехи, например, отсутствие нулевого года между первым годом до нашей эры и первым годом нашей эры. Эмилиани предложил начать отсчет нашей эры гораздо раньше и прибавить к летоисчислению 10 тысяч лет. Как раз примерно с тех времен, когда появились фиксированные расчеты, первые возможные календари и стало развиваться земледелие. То есть примерно тогда, когда любопытство и наблюдение Луны, звезд и Солнца дали свои плоды. Ну и следовательно, этому календарю Чезаре Эмилиани сейчас не 2022 год, а 12022, ну или когда вы там это смотрите. Кстати, за много лет до Эмилиани подобное же летоисчисление предложил Габриэль де Виль еще в 1924 году. То есть в 11924 году, конечно же. Да, человеческое существо многим обязано Луне. Некоторые ученые вообще полагают, что сама возможность возникновения жизни на Земле связана с Луной, влияние которой на Землю обеспечило идеальные условия для возникновения этой самой жизни. Правда, подобная теория находится в ряду выдвинутых гипотез, не имеющих недостаточных знаний для подтверждения, недостаточных знаний для опровержения. Другие миры, где есть сложные формы жизни, нам неизвестны. Чтобы удостовериться, есть у них такая луна или нет. Но, скорее всего, не будь луны, календари и многое другое появилось бы гораздо позже. Конечно, есть еще солнце, но наблюдать за ним болезненно для глаз. И к тому же оно не меняется. Привычным нам временным интервалом длиной в месяц, принятым тысячи лет назад, мы обязаны именно Луне, ее фазам, новолунию и так далее. А у Солнца нет фаз. Вокруг него нельзя разглядеть россыпь других светил, которые потом будут иметь огромное значение в навигации. Не исключено, что вниманием к Солнцу, не мистическим и религиозным, а именно прагматичным, Солнце обязано тому, что человек сначала достаточно внимания начал уделять Луне. Причем не где-то конкретно, а по всему земному шару. Представители разных культур, племен, зарождавшихся цивилизаций, не зная ничего друг о друге, смотрели на одни и те же объекты на небе и от простого любопытства приходили к методичным и расчетливым наблюдениям. И то, что изначально все внимание к себе приковала именно Луна, ставшая катализатором систематических наблюдений за небесными телами, как ярчайший объект в ночи, это всего лишь предположение, конечно же, гипотеза, но все же достойное глубокого изучения. Апреля 1900 года, недалеко от греческого острова Антикитира, греческим водолазом в водах Эгейского моря были обнаружены останки античного судна, предположительно древнеримского, пролежавшего на дне по меньшей мере 2000 лет. В
1901 году с этого судна стали поднимать его весьма ценный груз. Статуи античных богов, керамика, драгоценные изделия, монеты, изделия из стекла, мебель и даже музыкальный инструмент. Все это было передано хранение в Национальный музей в Афинах. И в мае 1902 года при осмотре находок с затонувшего древнего судна археолог Валериос Стаис обнаружил нечто совсем неожиданное и даже сенсационное – сложный механизм с зубчатыми колесами. Однако вернемся пока во времена, когда это безымянное судно еще бороздило воды Средиземного моря. Уже тогда, во времена античности, достаточно развита была наука астрономия. И, естественно, это древнейшая из возникших наук, что стало следствием тех самых наблюдений за Солнцем, звездами и, конечно же, Луной. Жил во втором веке до нашей эры в Пергамском царстве Гипарх Никейский. Гипарх был непрост. Он был выдающимся астрономом, математиком, географом и механиком своего времени. Сейчас, спустя более чем 2000 лет со времен его жизни и деятельности, считается, что он был родоначальником тригонометрии. А также за ним закреплено открытие астрономической прецессии, то есть явление, в результате которого ось вращения Земли меняет свое направление в пространстве. Фундаментом знаний Гипарха были, конечно же, астрономические наблюдения предшественников, оставивших свои записи. Уже тогда, 22 столетия назад, Гипарх, да и не он один, понимал, что Луна, как и прочие небесные тела, подобно Земле, шарообразны. Нынешнее представление о древних людях, видящих Землю какой-то лепешкой на спине трех китов или трех слонов на спине черепахи, весьма далеки от истины. Впрочем, большинству людей было вообще плевать, какой Земля формы. Большинство людей было озабочено мыслями, сможет ли эта Земля их прокормить. А еще уплатой различных податей, заботами о том, как обеспечить едой и кровом семью и не сгинуть очередной проказы или войны. В этом смысле для большинства простых обывателей ничего не изменилось за эти две с лишним тысячи лет. Разве что теперь у нас есть интернет, где внезапно можно обнаружить утверждение, что Земля таки плоская. Ну или потратить чуть больше времени для того, чтобы убедиться, что она все-таки круглая. Но те немногие, что были увлечены изучением накопленных научных знаний, а также развитием их и пополнением новыми знаниями, уже тогда понимали, что и Земля круглая, и Луна, и Солнце. В то время имелось даже гелиоцентрическое представление о Вселенной. Дескать, в центре Вселенной Солнце, а Земля, известные уже тогда Марс, Венера, Меркурий, Юпитер, все они вращаются вокруг Солнца. Правда, теория эта не прижилась и в полную силу возродилась лишь много столетий спустя стараниями Николая Коперника. Во времена же Гипарха ученые и мыслители склонялись к геоцентрической модели мира. Земля в центре Вселенной, а все остальное вращается вокруг нее. Ну или другие планеты вращаются вокруг Солнца, а то, в свою очередь, как и Луна, вращаются вокруг Земли. Что ж, новым знаниям еще предстояло пробить себе путь к человеческому разуму. Однако и тот уровень, что имелся в те годы, тоже впечатлял. Тот же Гипарх, наблюдая за Луной и другими астрономическими объектами, провел вычисления, которые позволили ему определить расстояние до Луны. Если перевести его вычисления в понятные нам единицы измерения, то, согласно Гипарху, это расстояние от 376 тысяч до 427 тысяч километров. То есть он, ко всему прочему, еще и прекрасно понимал, что орбита Луны делает ее то чуть ближе, то чуть дальше от наблюдателя, что и позволило ему говорить о двух крайних расстояниях, то есть перигей, ближайшая точка в движении, и апогей, наиболее дальняя точка. Позже, уже в начале нашей эры, римский ученый Клавдий Птолемей использует метод расчетов, что пару веков до него вел Гипарх, и уточнит крайнее дальнее значение расстояния до Луны. У него получится 409 тысяч километров. Ну и самое интересное. В настоящее время среднее расстояние до Луны 384 399 километров, а крайнее его значение 356 700 и 406 300 километров. Вот насколько близкими к современным знаниям оказались расчеты Гипарха, и еще более точными оказались расчеты Клавдия Птолемея,
который использовал знания Гепарха и его крайнее дальнее значение расстояния до Луны, то есть апогей, отличается всего лишь на 2700 километров от сегодняшних знаний. Ну а при чем здесь странная находка 1902 года с антикитерского корабля? Через 100 с небольшим лет, в 2005 году, с помощью новейших технологий, было решено провести исследование поднятого с останков корабля загадочного механизма. Его подвергли рентгеновскому облучению и компьютерной томографии, в результате чего удалось изучить внутреннее строение механизма и обнаружить, а также расшифровать значительное количество древнегреческих символов на странном приборе. На изучение прибора потребовались годы, и результаты кропотливых работ были представлены только в 2016 году. А к 2021 году была создана действующая модель загадочного механизма. Так что же это? Да ничего особенного, просто древнегреческий аналоговый компьютер. Ну или механический календарь, способный указать дату одного из 42 астрономических событий на десятилетие вперед. При помощи данного прибора можно было вычислять движения Луны, Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна, предсказывать затмения, в том числе полные и неполные солнечные затмения. Причем с пониманием того, чем являлся этот инструмент, пришло и понимание того, что он, видимо, упоминался в некоторых древних текстах по астрономии. Просто ничего подобного не удавалось найти до 1900-го, а точнее 1902 года. И понадобилось еще 100 с лишним лет, чтобы понять суть этой находки. Данные о небесных телах, внесенные в эту древнюю вычислительную машину, подсказали современным исследователям и примерные координаты земного наблюдателя, от которого эти данные и были получены. То есть это могло означать примерное место, где прибор был создан. А это либо город Сиракузы, либо остров Родос. И именно на острове Родос провел большую часть жизни выдающийся астроном и математик своего времени Гепарх Никейский. Следовательно, с высокой долей вероятности можно утверждать, что Гепарх причастен к созданию этой вычислительной машины. Все это хорошо демонстрирует нам, насколько важны были астрономические наблюдения в те времена и даже ранее. Какое огромное значение имели для развития цивилизации Луна, звезды, планеты, Солнце и накопление знаний о них. Настолько огромное значение это имело, что подтолкнуло даже к созданию вычислительной машины. Это в 20 веке компьютер собрали, чтобы читать сообщения нацистских шифровальных машин, а за 2000 лет до того для изучения Вселенной. Шли годы, даже века. Луна была на месте, как, собственно, Земля, и Солнце, и звезды, и люди. Периодически в поле зрения попадали кометы. Комета в переводе означает «волосатая звезда». В наше время принято считать, что кометы в древности до одури пугали людей своим появлением. Так ли это? Ну, отчасти. В древнем Китае астрономы, рассматривавшие звездное небо как империю, где императором было Солнце, полагали, что кометы — это гонцы, разносящие сообщения между Солнцем и его подданными, планетами и звездами. Ну, хотя, возможно, это была лишь такая фигура речи с применением понятной аналогии. Ну вот как мы сейчас иногда называем сгорающие в атмосфере метеориты падающими звездами, отлично понимая, что это никакие не звезды. Ну, я надеюсь, вы это понимаете. Да что там, мы до сих пор называем кометы кометами, то есть на древнегреческий манер волосатыми или мохнатыми звездами. Хотя это не звезды, тем более, что и волос у них нет. Аристотель полагал, что кометы — это некие земные испарения, которые воспламеняются от небесного огня. Куда прозорливее оказался римский философ Сенека, который в заочном споре с Аристотелем писал: «Я не могу согласиться, что комета — это только зажженный огонь. Это, скорее, одно из вечных творений природы. Кометы имеют собственное место между небесными телами. Она описывает свой путь и не гаснет, а только удаляется. Не будем удивляться, что законы движения комет еще не разгаданы. Придет время, когда упорный труд откроет нам скрытую сейчас правду».
То есть мы не видим никакого благоговейного ужаса ни у астрономов Древнего Китая, ни у Аристотеля, ни у Сенеки. Но это люди, обладающие специальными знаниями. Что до простого люда, то там могло быть все, что угодно. Хотя разумные опасения кометы все же должны внушать. Комета Шумейкер-Леви-9 в 1994 году устроила незабываемое шоу. Нет, до Земли она не долетела. К счастью, ну или к сожалению, выберите вариант по вкусу. Мьюпитер захватил ее своей мощной гравитацией и потянул к себе, выступив эдаким защитником внутренних планет Солнечной системы, в том числе и Земли. И, скорее всего, Юпитер так поступил не в первый раз за миллиарды лет. Разорвав своей гравитацией комету на 22 части, Юпитер принял удар на себя. Точнее, 22 удара. Обломки кометы бомбардировали Юпитер неделю. Столкновение с атмосферой гигантской планеты наиболее крупного фрагмента кометы Шумейкер-Леви привело к взрыву с энерговыделением 6 миллионов мегатонн и превышало совокупную мощность всего термоядерного оружия, имевшегося на Земле на тот момент, в 750 раз. И это один из 22 обломков, напомню. Представим себе, что было бы, если бы эта штука прилетела сюда. Слава Богу! Конечно, не все кометы столь велики. Но уж если комету видно наблюдателю с Земли невооруженным взглядом, то ее размеры, очевидно, вполне себе могут внушать опасения. Согласно одной из гипотез, именно комета, правда не такая большая, как Шумейкер-Леви, прикончила динозавров 65 миллионов лет назад. Юпитер не от всех космических хулиганов все же может защитить внутренние планеты Солнечной системы. Кто-то проскакивает. И если эта теория верна, то можно сказать, что динозаврам действительно пришел мохнатый звездец. Однако нам тут по большей части надо все же внимание уделять Луне. Но это все контекст. Так вот, и Луна периодически, как говорят, тоже пугала народа населения Земли. Особенно, когда ни с того ни с сего средь бела дня закрывала собой Солнце, устраивая очередное солнечное затмение, особенно если оно полное, а не частичное. Одним из древнейших задокументированных затмений называют наблюдаемое в Месопотамии явление 3 мая 1375 года до нашей эры. Интересный случай описывает древнегреческий историк Геродот. В начале 6 века до нашей эры шла война между медянами и лидийцами, где-то в Малой Азии. На 6-м году войны состоялась битва между враждующими сторонами, как вдруг день превратился в ночь. Обе стороны решили прекратить бойню и заключить мир, чтобы умилостивить богов и вернуть солнце. Сейчас эту битву часто именуют как битва при затмении. И благодаря тому, что сейчас хорошо известна цикличность затмений и известен регион, где произошло описываемое событие, удалось вычислить дату – 28 мая 585 года до нашей эры. Примечательно, что Геродот также упомянул в своих записях, что это затмение предсказал Фалес Милетский. Предсказал или вычислил?
Надо понимать, что уже в те времена люди, обладавшие специальными астрономическими или математическими знаниями, могли на основании проводимых расчетов вычислить определенное астрономическое явление, имевшее свою цикличность и закономерность, и уже зафиксированную предшественниками не один раз в ходе астрономических наблюдений в прошлом. Однако для простого, необразованного люда такие ученые могут выглядеть не иначе, как великими пророками. Эдакий Кассандр Вангович Предсказамус. Стоит ли удивляться, что подобными навыками и умениями астрономов, ну и жрецов, умело пользовались власть придержащие в своих целях для контроля за настроениями челяди и прочих плебеев. На примере гепарха Никейского, прекрасно понимавшего, что солнечное затмение – не что иное, как рутинное прохождение Луны между Солнцем и наблюдателем на Земле. Так вот, на примере гепарха и других мыслителей древности, на примере вычислительной машины, созданной более 2000 лет назад и способной указывать даты грядущих затмений и других астрономических явлений, мы видим, что научная мысль уже тогда была способна на многое. Но она была привилегией немногих. Привилегированных и образованных философов, придворных астрологов, жрецов. Для подавляющего же большинства людей окружающее бытие было наполнено происками злых духов, гневом либо милостью богов, необходимостью жертвоприношений. А представьте себе, что было бы, если бы научная мысль древности была доступна всем, ну или большинству, если бы существовала система образования, сызмальство, прививающее простым людям актуальные знания об окружающем мире, передающиеся из поколения в поколение, совершенствующиеся и дополняющиеся новыми знаниями и наблюдениями, а также экспериментальным опытом. Что было бы, если бы большинству людей был доступен научный метод познания и объяснения природы вещей? Сколько гепархов, Сенек, Архимедов, Птолемеев, Евклидов, Коперников, Ньютонов, Ломоносовых могла исторгнуть веками находящаяся в коленопреклоненном состоянии народная масса, если бы какой-нибудь Прометей даровал им всем огонь знаний? Чего бы могло добиться человечество в этой альтернативной реальности к тому времени, когда в нашей реальности начались крестовые походы, а небо стали коптить костры Святой Инквизиции? Наблюдение за небесными телами, присвоение им имен, группирование по созвездиям и математические расчеты продолжались образованными и порой выдающимися представителями различных культур Земли. Ведь это не теряло и прикладных функций. Навигация без знания небесных светил была бы невозможной. И инструменты навигации, определения координат, квадранты, секстанты, астролябии стали следствием этого интереса, возникшего в глубокой древности, который побудили в человеке звезды, солнце и, конечно же, луна. И когда в конце 15 века некий Кристобаль Колон, он же Христофор Колумб, решил, что по морю можно добраться до Индии, не огибая огромный африканский континент, а отправившись на запад, далеко в Атлантический океан, навигация была уже неплохо развита, что делало подобное путешествие вполне исполнимым. Найти бы на него только деньги. Кстати, обратите внимание, Колумб понимал, что Индия на востоке. Это вообще со времен Македонского известно, если не раньше. Но более простой путь он решил найти, двигаясь на запад. А в каком случае такое возможно? Правильно, в случае шарообразности Земли. И Колумб понимал, что Земля круглая. И те, кто отправился с ним в плавание, и те, кто дал ему на это предприятие денег и корабли, тоже прекрасно понимали, что Земля круглая. Иначе они на это не решились бы. Ну кому охота падать с края Земли куда-нибудь в никуда? Или чтобы их имущество падало в это самое в никуда? Нет, понятие о шарообразности Земли было обычным, в общем-то, делом. Какие еще к черту слоны, киты и черепахи? Вы что, с ума сошли? 15 век уже на дворе. Любой пьянчуга из портового кабака знает, что Земля круглая. Ну ничего. Веку эдак к 21-му невежды переведутся. Это уж точно.
В общем, нашел он землю на западе. Даже предполагал поначалу, что они проскочили Японию и наткнулись на острова, относящиеся уже к землям китайским. Но это были Багамские острова. В свою первую экспедицию Колумбса товарищи даже попытались отыскать Японию, которую странным образом умудрились проскочить, хотя вроде все по навигации делали. Но вместо Японии нашли Кубу и Гаити. Однако вернемся на первую землю в экспедиции Христофора Колумба. 12 октября 1492 года матрос Родриго де Триана, несший вахту в вороньем гнезде флагмана экспедиции, судно под названием «Пинта», закричал, что видит землю. И произошло это примерно в 2 часа ночи. Как в 2 часа ночи можно увидеть землю в океане? По одной из версий, были предварительно замечены огни, видимо, костры аборигенов, но, возможно, помогла луна. В среду 12 октября 1492 года полнолуния не было, но светимость луны была примерно 64%, и если ночь тогда была безоблачной или с переменной облачностью, то этого вполне может быть достаточно, чтобы заметить землю. Возможно, историю с огнями, которые якобы видели накануне, выдумали, в том числе и сам Христофор Колумб, чтобы не платить обещанную премию тому, кто первым увидит землю. Ведь премию матрос так и не получил. Ну потому что сам адмирал увидел до того какие-то огни, якобы. Что за огни он мог увидеть ночью за сутки до того, как была замечена земля? Аборигены большие костры жгли прямо на пляже? Зачем? С другой стороны, если Колумб рассчитывал, что, двигаясь на запад и огибая земной шар, первой землей, которую они в таком случае встретят, будет Япония, то, возможно, он рассчитывал, что так или иначе им попадутся прибрежные рыбацкие поселки японцев. И, возможно, на это и был расчет, когда он говорил, что видел какие-то огни, до того, как землю заметил вахтенный матрос. Так что вполне возможно, что это вахтенный увидел первым землю и именно в свете луны. Да, луна также была подспорьем для мореплавателей, иногда помогая разглядеть вперед смотрящим землю, рифы, скалы, до того, как захрустит встретившийся с внезапной твердью в океане деревянный форштевень. Итак, 12 октября 1492 года открыты Багамские острова. Учитывая те события, к которым движется вся эта история, довольно примечательно, что Колумбу и его экспедиции не хватило совсем немного, чтобы оказаться на континентальной территории Северной Америки. Место, что известно сейчас как штат Флорида. И совсем недалеко эта экспедиция была от места, а точнее мыса, который позже испанцы назовут «заросли сахарного тростника». Ну или говоря по-испански «Кабо Канаверал» или «мыс Канаверал». Учитывая время плаваний Колумба, то, скорее всего, они в этой экспедиции были лишены такого весьма полезного прибора, как подзорная труба. Хотя о свойствах оптики писал еще тот же Птолемей, а затем его труды по оптике развили арабские и персидские ученые Средневековья. Но первое документальное упоминание зрительной трубы относят только к 1608 году. В некоторых источниках к 1607 году, и связано это упоминание с попыткой голландского производителя очков получить патент на это изобретение. Хотя, за столетия с лишним до этого, идею зрительной трубы описывал в своих записях Леонардо да Винчи. Однако, за 5 лет до попытки Ханса Липперхея, того самого продавца очков, получить патент, который, к слову, ему так и не выдали, появилась первая карта Луны. Вернее, она датирована 1603 годом. В том же году ее составитель умер, предположительно от эпидемии чумы. Возможно, эта карта появилась чуть раньше. Но год ее создания ей присвоен не позже смерти автора. Это был придворный врач английской королевы Елизаветы I, а также человек, глубоко увлеченный физикой, популяризатор идей Николая Коперника и Джордано Бруно, Уильям Гильберт. Официально считается, что Гильберт составлял карту Луны, пользуясь только своим зрением, поскольку оптических приборов наблюдения за удаленными объектами пока не существовало. Что ж, возможно и так. Однако здесь важно вот что. Картографируя поверхность Луны и присваивая тем или иным различным объектам статус морей и континентов, он воспринимал Луну как небесное тело, подобное Земле, что на самом деле не так уж далеко от истины. Правда, континентов и морей там, как оказалось, нет, но названия за различными объектами лунного ландшафта закрепились.
Впрочем, подобный подход Уильяма Гилберта вовсе не удивителен, коль уж он был популяризатором идей Коперника и Джордана Бруно. Коперник утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца, что мириады звезд в ночном небе — это не что иное, как другие Солнца, которых великое множество и которые неравно удалены от Земли, а находятся на разном расстоянии. Его идеи поддерживал Джордано Бруно, говоривший: «Я провозглашаю существование бесчисленных отдельных миров, подобных миру этой Земли. Вместе с Пифагором я считаю ее светилом, подобным Луне, другим планетам, другим звездам, число которых бесконечно. Все эти небесные тела составляют бесчисленные миры, они образуют бесконечную Вселенную в бесконечном пространстве». Сказал он это на третьем допросе перед лицом Святой Инквизиции. Два предыдущих допроса касались религиозной ереси. Сомнения относительно непорочного зачатия, отрицания возможности превращения воды в вино, порочных связей Джордано Бруно с протестантами и прочего. Да и его космологические утверждения несколько противоречили стройной картинке, согласно которой Сын Божий явился в этот единственный мир, населенный людьми по образу и подобию Божьему, чтобы те его распяли. Умер за грехи всех. А если миров несчетное множество, и там тоже кто-то живет, то Спаситель явился сюда, потому что в других мирах не грешат, что ли? Или он и туда явился, и всюду его распинают, и это не только наша фишка? Короче, бред какой-то. Не смотрите наверх, опустите взгляд, падайте на колени и кайтесь. Ну и платите, конечно же. Закончил свой земной путь Джордано Бруно 17 февраля 1600 года на площади цветов в Риме, на костре. Скорее всего, за его причудливые взгляды на Вселенную он бы казни не подвергся. Порицанию, осмеянию, да, но не сожжению заживо. А вот религиозная ересь, которая в большей степени сыграла роль для приговора, другое дело. Все-таки Бруно был церковным служителем, а это, так сказать, отягчающие обстоятельства. Измена клятве, отказ от обетов и так далее. К тому же Бруно верил, что упорядоченность движения небесных светил из самой Земли говорит о разуме, одушевленности небесных тел, а может и самой вселенской материи. А это уже ни в какие ворота. Ежели сама Вселенная может быть разумна, то есть же только один высший разум — всемогущий вездесущий. И поскольку он настолько вездесущ и всемогущ, что ему нужен наместник на Земле, а именно римский папа, то чё такое-то? Кстати, Бруно еще предлагал монастыре денег лишить. Короче, посягнул мечтатель на монополию Ватиканской корпорации, приватизировавшей Бога. А это опасно для бизнеса. И его сожгли. И вот вскоре появляется первая попытка картографировать Луну. А еще через несколько лет уже официально появился телескоп. Галилео Ди Винченцо Бонаюти де Галилей, ну или просто Галилей, будучи в 1609 году в Венеции, услышал историю о том, как недавно где-то в Голландии некий продавец очков Ханс Липперхей пытался запатентовать странную трубу с линзами. «Отличная идея!» — решил Галилей и собрал свой первый телескоп в том же 1609 году. И куда же первым делом он обратил свой теперь уже вооруженный взгляд? Ну, конечно же, на Луну. «Один раз я увидел человека, смотрящего на меня глазами. Потом он взял трубу, посмотрел в эту трубу, и луна внутри стала большой. Большая луна внутри трубы. Очень большая. Телескоп». Случилось это 30 ноября 1609 года. Правда, первенство Галилея в контексте обзора Луны в оптический прибор оспаривается. Есть мнение, что за несколько месяцев до Галилея Луну рассмотрел английский астроном Томас Хэриот. При этом известно, что использовал Томас Хэриот некий оптический прибор, приобретенный в Голландии. Возможно, незадачливый Ханс Липперхей, хоть и не получил вожделенный патент на свое изобретение, но все же сумел на нем заработать.
Однако Томаса Хэриота чего-то редко вспоминают, и первым делом наблюдателем Луны в телескоп считается Галилей. За Хэриотом тянется мутная история, связанная с пороховым заговором. Группа заговорщиков пыталась при помощи большого количества пороха взорвать английский парламент. И это в начале 17 века. Все-таки какие прогрессивные люди, опережающие свое время, жили в ту эпоху? Заговор был раскрыт. Наверное, если бы идею воплотили в жизнь, то имена, связанные с этим деянием, вспоминались бы чаще. Создание телескопа было революционной вехой. Это стало не только подспорьем для мореплавателей, но и очень сильно подтолкнуло астрономию вперед. И вклад Галилея в это дело заключается не только в создании телескопа. Он и сам сделал ряд новых открытий, приблизивший человеческую мысль к более актуальному в наши дни пониманию строения Солнечной системы и космического пространства. А другие астрономы, заполучив такой инструмент, могли подтвердить новые данные. Ну или сделать очередные открытия. Например, полтора столетия спустя, 6 июня 1761 года, выдающийся русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов наблюдал в телескоп прохождение планеты Венера по диску Солнца. Тут надо пояснить все же, что диск Солнца — это такой термин, специально для таких случаев, а вовсе не утверждение, что Солнце — это диск. Солнце — это шар. Вы удивитесь, но некоторым зрителям даже такие вещи пояснять надо. И то не факт, что пояснение будет понято. Так вот, Ломоносов, наблюдая за Венерой, визуально соприкоснувшейся с солнечным диском, заметил тонкое сияние вокруг планеты. А при схождении планеты с солнечного диска вокруг Венеры им был замечен сияющий ореол. Иной бы решил, что сие есть знамение наивысшее, окаймляющее нимбом святость венерическую. Но Михаил Васильевич был ума пытливого, да знаниями и премудростями вооруженного, и он сделал совершенно верный вывод. У планеты Венера существует своя атмосфера. Одно из тех открытий, что сделано благодаря появлению в инвентаре естествоиспытателей телескопа. Но вернемся к Галилею, его трубе и первым открытиям, что позволил сделать телескоп. В свой телескоп Галилей смог разглядеть не только нашу Луну, но обнаружил 4 крупнейших Луны у Юпитера. Он не только обнаружил их, но и регулярно наблюдал в течение полутора лет, что позволило ему убедиться, что они вращаются именно вокруг Юпитера. Это была уже не гипотеза, а доказательство, ломающее все еще принятую геоцентрическую картину мира Аристотеля, согласно которой все небесные тела вращаются вокруг Земли. А тут планета, вокруг которой вращаются другие планеты, вместо того, чтобы вращаться вокруг Земли. Получается, у Земли есть Луна, и у Юпитера есть Луна, да и не одна, а целых 4. А еще Галилей был не один в этом открытии. В то же самое время пристальный взор через свой телескоп устремил на Юпитер и астроном Симон Мариус. И он тоже разглядел 4 крупнейшие луны у этой планеты. И казалось бы, Галилею обрадоваться, что коллега в своих независимых и проводимых параллельно с ним наблюдениях сделал то же открытие, что подтверждает правоту его, Галилея. Но Галилей пришел в ярость, заявив, что Симон Мариус – плагиатор, и украл его открытие. Несмотря на то, что чаще мы слышим о том, как Галилей в свое время настрадался от инквизиции, что тоже имело место, правда еще и в том, что он обладал в те годы куда большим авторитетом в научной среде Европы. Потому открытие Симона Мариуса считалось не более чем плагиатом, что легло пятном на имя этого астронома почти на 300 лет. Только в 1903 году, как раз примерно тогда, когда в Афинах ломали голову над странной находкой затонувшего 2000 лет назад корабля, голландский суд постановил, что открытие Симона Мариуса являлось независимым от открытия Галилея и произошло в одно и то же время. Но ирония в том, что несмотря на то, что 300 лет не только первенство, но и уникальность открытия держалась за Галилеем, а имя Симона Мариуса упоминать было не принято, 4 крупнейших из 80 известных уже в наши дни спутников Юпитера уже несколько веков носят имена, которые присвоил им как раз-таки Симон Мариус.
Уж коль скоро Юпитер — это другое имя античного бога Зевса, то Мариус присвоил четырем вращающимся вокруг него лунам имена трех девушек и одного юноши, которых в одном из офигительных мифов Древней Греции этот самый Зевс похитил однажды и огулял: Ио, Европа, Ганимед, Каллисто. Также Галилео Галилею приписывают открытие либрации Луны. Дело в том, что Луна в своем движении вокруг Земли не только приближается, достигая перигея, и отдаляется в апогее, но и совершает цикличные колебания. С Земли видно только одну сторону Луны, это верно. При этом многие считают, что из-за этого можно разглядеть только половину Луны, ровно половину. А вот это уже неверно. С Земли мы можем рассмотреть 59% поверхности Луны, а это уже больше половины. И все это благодаря либрации. Если снять таймлапс, то либрацию Луны можно наглядно продемонстрировать. Есть предположение, что Томас Хэриот или Уильям Гилберт открыли либрацию Луны задолго до Галилея, но только с телескопом это явление можно разглядеть отчетливей. Так же, как и попытаться сделать более детальную карту лунной поверхности. Эти попытки начались сразу же после появления телескопа и продолжались в последующие годы. Так родился раздел астрономии «Селенография». Да, появление телескопа первым делом обратило взор на Луну. Так же, как когда-то Луна первым делом привлекла к себе внимание тех безвестных древних, что начали задаваться дополнительными вопросами, кроме вопроса «что бы сегодня пожрать?» ну или «как бы не быть сожранным?». И наверняка мысль о том, что было бы здорово прогуляться по этой такой далекой и такой близкой иной небесной тверди, посещала кого-то и раньше. Но теперь, когда благодаря нехитрому оптическому прибору Луна визуально стала чуточку ближе, такая мысль стала все чаще вторгаться в умы все большего числа исследователей. Но сам Галилей, глядя в телескоп на Луну, едва ли мог представить, что однажды кто-то там произнесет его имя. Галилео Галилей умер 8 января 1642 года в своей постели. В поздние годы своей жизни он действительно имел большие проблемы с католической церковью. После смерти выдающегося ученого своего времени хоронили его без почестей. Папа Римский запретил хоронить его в семейной крипте и воздвигать ему какие-либо памятники. Нередко бывает, что потомки выдающихся людей являются собой полное ничтожество. Последний из рода Галилеев, его внук, чьего ума только и хватило на то, чтобы остричь себя в монахи, предал огню бесценные рукописи своего знаменитого деда, как богопротивные. Воистину, никто так не оскорбляет Бога, как якобы преданные Богу мракобесы. Неужто в их понимании всемогущий Бог настолько слаб, что его могуществу способен был угрожать простой смертный мечтатель с ворохом бумаг, которые он исписал чернилами? Что ж, имя Галилео Галилея будут помнить. А кому нужно имя его неразумного внука? Тот же год, в начале которого не стало Галилея, завершился рождением нового человека.
В рождественскую ночь 25 декабря 1642 года в местечке Вулсторп в Англии родился мальчик, но родился недоношенным и крайне слабым. Мать новорожденного даже не торопилась крестить сына. Все указывало на то, что младенец не выживет и вот-вот умрет. Однако малыш заупрямился и не умер в ближайшие 84 года. И что это будет за жизнь? За житейскими несчастьями личного характера ему будет уготовано великое счастье. Через свое такое же упрямство в познании окружающего мира толкнуть человечество вперед. Однажды этот повзрослевший, конечно же, уже малыш скажет такие слова. «Если я видел дальше других, то потому что стоял на плечах гигантов». Сейчас некоторые пытаются придать этим словам другой смысл. Дескать, этот недоношенный, но выживший ребенок пытался уязвить своего собеседника, выдающегося ученого Роберта Гука. Такое, конечно, тоже исключать нельзя, как и того, что это вовсе не значит, что в словах о плечах гигантов не отражена преемственность поколения ученых, естествоиспытателей, которые год за годом, на протяжении многих веков, наполняли человеческий разум знаниями, которые все это время накапливались, развивались, отсеивались ранее ошибочные концепции, как это было с геоцентрической концепцией, например. Уточнялись те открытия и предположения, что имели верное направление и так далее. И эти плечи гигантов – это знания, что оставляли после себя и Гипарх, и Птолемей, и Коперник, и Галилей, и многие-многие-многие другие. В том числе и те, чьи имена не дошли до наших дней. В том числе и те, кто первыми устремили взор на небо, чтобы не просто помычать, тыкая мохнатым пальцем в луну, а куда более осмысленно. И малышу, родившемуся в рождественскую ночь 25 декабря 1642 года, предстоит забраться на эти плечи. Мальчика назовут в честь недожившего до его рождения отца – Айзек. Известен он нам как Исаак Ньютон. Говорить о том, что он привнес в науку, можно долго, как и о том, что кроме науки он еще и алхимией увлекался, что по сегодняшним меркам не очень-то научно. И да, яблоко ему на голову не падало. Это красивая легенда. Но все же упомянем, что он, помимо огромного вклада в математику, интегральные исчисления, привнес в физику такой важный раздел, как механика, и много чего еще другого. Вот скажи мне, американец, в чем сила? В ньютонах. Ну, бывает, что еще в амперах, но в основном в ньютонах. А еще, помимо всего прочего, Исаак Ньютон додумался разобрать свет на части. Да, он пропустил белый солнечный свет через стеклянную призму, и оказалось, что каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Да, вы, наверное, не раз слышали эту мнемоническую фразу. С ее помощью легко запомнить цвета, из которых и состоит белый свет, ну или цвета радуги. Гражданин судья, это не пропаганда, ёпарасоте. Это физика, Но если собрать эти цвета вместе, они снова образуют белый свет. Но не только это. Белый луч — это сумма излучений, значит, наше зрение, суммируя цвета, порождает одни цвета из других. Исходя из этого, он также вывел цветовую триаду. Три основных цвета, смешение которых в разных пропорциях дает любой другой цвет спектра. Это красный, зеленый и синий. С RGB, ну или RGB, я думаю, вы тоже знакомы. Так вот, это тоже Ньютон. Как это часто бывает, то, что начато одним, продолжит и разовьет другой. Фредерик Уильям Гершель продолжит изучать солнечный свет, пропуская его через призму и разбирая его на спектр. Но этого Гершелю окажется мало, и он решит измерить еще и температуру этих цветов. И вот в очередной раз, разложив свет на цвета на своей столешнице, он помещает в цветовые области градусник. А чтобы потом вычесть из полученных результатов комнатную температуру, для точности полученных данных, он положил рядом, но не на освещенном участке, дополнительный градусник, который должен будет показать температуру в помещении. Так уж вышло, что Гершель положил градусник недалеко от красной области спектра, самого теплого, разложенного у него на рабочем столе, и к его великому удивлению, температура стала меняться и на нем, из чего Гершель сделал вывод, что с белым цветом приходит не только
Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Но что-то еще невидимое для человеческого глаза. И получилось, что каждый охотник желает знать, где сидит фазан, а где-то рядом притаился инфракрасный партизан. Ну а предшественник Гершеля в этих исследованиях, Исаак Ньютон, не только смог объяснить появление радуги. Парящий в воздухе мелкие капли дождя образуют призму. Еще кое-что удалось объяснить при помощи разложения солнечного света на радугу. Почему один и тот же предмет иногда разного цвета? Потому что мы видим отраженный этим предметом свет, за исключением объектов, которые сами являются источниками света. Огонь свечи, солнце. Остальные предметы мы видим благодаря отраженному от них свету. И свет, падающий на них под разным углом и в разных условиях, может нам показать один и тот же предмет в разных цветах или оттенках, потому что свет состоит из разноцветного спектра. Я думаю, эту мысль тоже следует запомнить, потому что в этой истории она нам пригодится. Это не все. Те самые телескопы галилеевского типа или телескоп-рефрактор имели весьма серьезный недостаток – цветовые окантовки наблюдаемых объектов. Это явление называется хроматические аберрации. Ньютон понял и это. Свет, проходя через линзу телескопа, разбирается на части, как и при прохождении через линзу, и собирается снова в последней линзе, ближайшей к глазу, но не до конца, из-за чего возникает такой вот досадный дефект. Конечно, в рефракторе использовалась далеко не одна и не две линзы, что и усугубляло эффект. А качество этих линз, точность их полировки были далеки от идеала. Даже сейчас, если вы читаете про какой-нибудь новый объектив для фото- или видеокамер, вы встречаете словосочетание «хроматические аберрации». Ну, например, что они в этом объективе, который стоит мешок денег, незначительные. Чего уж говорить о тех временах и тех линзах. И Ньютон изобретает телескоп нового типа. Телескоп-рефлектор, где количество линз было минимизировано, но появилось зеркало. У такой схемы свои недостатки, но от хроматических аберраций в значительной степени удалось избавиться. Луна в такой телескоп стала куда четче. Да и не только Луна, но и другие небесные тела. И вот, говоря о яблоках, сидел как-то Ньютон в тени дерева, но это была не яблоня. Все же он был человек эрудированный и понимал, что сидеть под яблоней в сезон созревания плодов себе дороже. Эдак они и на голову свалятся. А вот в стороне были яблони, и яблоки падали. Ньютону пришла в голову мысль, что яблоки падают, лишившись точку опоры. Но это очевидно. И любой другой предмет упадет, лишившись точки опоры, поскольку тяготение Земли притягивает все предметы к себе. Это гравитация. Но вот Луна не падает. Почему? У нее же нет точки опоры. Ньютон, конечно же, не верил, что Луна закреплена на каком-то хрустальном своде. И ответ на вопрос, почему Луна не падает на Землю, стал для него вдруг очевиден. Она же находится в постоянном движении. Ее движение и есть ее опора в пространстве, и есть ее сила, усмиряющая притяжение Земли. Благодаря этому Ньютон сформулировал мысль, которая получит впоследствии статус закона, что если некому предмету, некому снаряду, значительная сила придаст импульс, который позволит ему развить высокую скорость на определенной высоте, то этот снаряд будет лететь долго и далеко, а когда он все же начнет падать, поддаваясь земной гравитации, то падение его будет таким, что оно огибает земную окружность. В итоге снаряд не падает, а движется вокруг Земли. Причем, согласно Исааку Ньютону, скорость, при которой некий снаряд на определенной высоте над Землей не будет падать на Землю, а вращаться вокруг нее, составляла 7,91 километров в секунду. Почти 8 километров в секунду. И эти мысли пришли в эпоху, когда транспортным средством были повозки на конной тяге. Корабли могли позволить себе увеличить скорость лишь при попутном ветре в парусах, а летательных аппаратов не существовало вовсе. И Ньютон выдвигает такую идею и сопровождающую ее формулу. А это уже фундамент для расчетов первой космической скорости, которая константой не является, здесь переменные параметры – высота, масса объекта и так далее.
Но это фундамент расчетов, полетов, орбитальных спутников, пилотируемых кораблей и орбитальных станций. Даже это весьма беглое и поверхностное упоминание достижений Исаака Ньютона уже говорит об огромном шаге вперед, который сделала наука, в том числе шаге к Луне. Но кроме этого, работы Ньютона, проделанные им за его долгую жизнь, внесут и огромный вклад в индустриальную революцию, которая придет следом за крушением старого феодального миропорядка. А индустриальная революция считается важнейшим событием в истории со времен одомашнивания скота. Нередко можно услышать вопрос, что было бы, если бы Исаака Ньютона не было? Или если бы он действительно рожденным недоношенным умер бы в своей колыбели? Неужели человечество застряло бы где-то там, на рубеже 17-18 веков? Ну, конечно, Исаак Ньютон — настоящий морпех от науки. Да, в каждом видео так или иначе морпехи должны фигурировать. Так что бы было, если бы Исаак Ньютон не появился? Как мне кажется, сама постановка вопроса не совсем корректна. Естествоиспытателей, людей науки была масса и так. Правильнее спросить, что было бы, если бы люди перестали смотреть на звезды, на Луну и Солнце, смотреть по сторонам и задаваться вопросами. Что было бы, если бы перестали читать своих ученых-предшественников, проверять их теории и модели мира, находить в них изъяны или дополнять те, что кажутся верными. Если бы Исаака Ньютона не было, то был бы кто-то другой. Непременно был бы. Ведь даже телескоп-рефлектор пришел в голову не ему одному. Несколькими годами раньше телескоп-рефлектор, правда совсем другой конструкции, чем у Ньютона, пришел в голову астроному Джеймсу Грегори. Да, ученые и естествоиспытатели издревле двигали цивилизацию вперед. Другой вопрос, куда именно движется человеческая цивилизация, но движется. Однако не стоит все же излишне романтизировать и идеализировать образ этих светил науки. Все же они люди. Да, образованные, умные, талантливые, но люди. И человеческие страсти им были также не чужды. Потому и наполнены эти истории зачастую не просто соперничеством, склоками, ревностью, но даже откровенной враждой. Здесь и конфликт Галилея и Симона Мариуса, и вражда Исаака Ньютона и Роберта Гука, ревность обвинения в плагиате, споры о первенстве открытий и прочее. Не без этого. Да и не всякий ученый нес свет знания этому миру для того, чтобы сделать мир лучше. Любопытство наряду с амбициями и желаниями вписать свое имя в историю для какого-нибудь исследователя могло иметь приоритетное значение, нежели дать миру новые знания. А иногда бывало что-то и вовсе запредельное. Если вспомнить светилу медицины Сира Исии. Ну а в этой истории тоже будет свой зловещий ученый. Помимо наблюдений, расчетов, формул, зрительных труб, было еще кое-что в этой нашей истории. Еще в 14 веке некий европейский миссионер сделал запись в своем дневнике об увиденном им в Китае, поднявшемся в небо воздушном шаре по случаю восхождения на престол очередного императора. И в Европе опыты с подобными летательными аппаратами ставили уже в 17 веке. Идея наполнять полый шар из легких материалов горячим воздухом вполне очевидна. Шар, наполненный горячим воздухом, оказывается легче того же объема воздуха в окружающем пространстве, а значит, он взлетит. Правда, температуру воздуха в шаре надо все время поддерживать в горячем состоянии, иначе воздух быстро остынет и все, приплыли. В качестве альтернативы также возникает идея заполнять шар водородом, который тоже легче воздуха. Правда, для первого такого фокуса, когда в воздух поднялся первый воздушный шар, наполненный водородом и имевший грузоподъемность всего в 9 килограмм, пришлось вылить четверть тонны серной кислоты на полтонны железного лома, чтобы химическая реакция дала необходимый для заполнения шара водород. Идея, в общем, хорошая, но реализация так себе. Первый продолжительный полет в Европе, правда непилотируемый, состоялся 27 августа 1783 года. Шар взлетел с того места, где позже построят Эйфелеву башню. Кстати, среди наблюдавших это зевак находился и один из отцов-основателей Соединенных Штатов Америки Бенджамин Франклин. Те зрители сего действа, что были на конях, погнались за взлетевшим и подхваченным ветром шаром.
и гнались за ним почти час, пока шар не приземлился в одной из деревушек, где местные крестьяне, увидев пришествие с небес неведомой хреноты, напали на шар с вилами и косами, изрубив его в лохмотья. В общем, порвали как тузик грелку. Кстати, на гравюре, иллюстрирующей данное побоище, тузик тоже присутствует. После многочисленных экспериментов с различными надутыми беспилотниками, 19 октября 1783 года состоялся первый полет на привязанном воздушном шаре с людьми на борту под руководством ученого Жана Франсуа Пилатра де Розье. Ну а 7 января 1785 года Жан-Пьером Бланшаром и доктором Джоном Джеффрисом было совершено настоящее чудо по тем временам. На воздушном шаре они перелетели через пролив Ла-Манш, причем благополучно. Но поскольку человек в своих порывах уже активно начал покорять воздушное пространство, то еще одно событие не заставило себя долго ждать. 10 мая 1785 года на ирландский город Талламор упал воздушный шар, вызвав пожар, в котором сгорело около 130 домов. С тех пор на гербе города появился Феникс, и с тех пор там ежегодно в этот день празднуется День Феникса. А вообще это было не что иное, как первая в истории авиакатастрофа. Тем не менее, воздухоплавание будет развиваться. Баловство с воздушными шарами и наблюдение за звездами. Что общего-то? Но нет, это взаимосвязанные явления. Это часть неизбежного исторического процесса, как и последующая дальше индустриальная революция. Научно-технический прогресс, фундамент которого внес немалый вклад и Исаак Ньютон, и многие другие исследователи минувших дней, шел по планете. Теперь уже наука могла очаровывать куда больше людей, чем в прошлом. Знания становились доступней, в том числе и благодаря технологии книгопечатания и большей доступности грамотности, чем в феодальную эпоху. А феодальная эпоха очень сильно сопротивлялась новым временам, но неумолимо отступала перед натиском новых знаний, которые в том числе и ломали представления масс не только о строении Вселенной, но и о более справедливом устройстве человеческого общества. И это тоже исторический процесс. Настали новые времена. Правда, не везде. Колониальные державы, сами переходя из одной эпохи в другую, умышленно удерживали колонии в старом, феодальном, недоразвитом состоянии. Ведь чтобы продолжать развиваться самим, надо было продолжать кого-то грабить. Ну а в развитом мире теперь наука уже покоряла массы, в том числе со страниц приключенческих романов, чему в немалой степени поспособствовал один из ярких основоположников литературного жанра научной фантастики Жюль Габриэль Верн. И, конечно, он отправлял своих героев не только в кругосветные путешествия к центру Земли или глубинам океана. В своих романах 1865 и 1869 годов отправлял он людей и на Луну. Впрочем, не он был первым. Человек на Луну летал еще в романе «Сомниум», написанном аж в 1608 году, как раз незадолго до того, когда Галилей начнет протирать платочком окуляр своего первого телескопа, чтобы глянуть на ту самую Луну. Барон Мюнхгаузен вообще по бобовому стеблю залез на Луну, где мухи величиною с овец. Это уже в изложении немецкого писателя Рудольфа Эриха Распе. Луна по-прежнему манила человека в его фантазиях, такая близкая и такая далекая. Но первым полет на Луну для широкой публики организовал все же Жюль Верн. Французский писатель отправил трех человек на Луну из пушки, причем двое из трех первопроходцев были американцы, один — француз. Автор основательно подошел к технической части данного мероприятия. Он понимал, что путешествие это совсем не быстрое. Даже роман его назывался не «С Земли на Луну» или «Из пушки на Луну», как это очень часто в наше время встречается, а в оригинале имел куда более емкое название «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут». Огромный снаряд, вмещающий трех смельчаков, помещался в пушку длиной 274 метра и весом 68 тысяч тонн.
Романы, верно, среди обычной публики пользовались успехом, и этот не исключение. Но среди читателей оказывались и дотошные душнилы с учеными степенями и набором определенных знаний. Они-то и накинулись на писателя с критикой. Дело в том, что по их расчетам люди в снаряде испытали бы кратковременную ударную перегрузку в 60 тысяч же. Для примера, в состоянии покоя каждый из нас испытывает постоянную нагрузку в 1 же. Это наша земная гравитация. Когда вы сидите в кресле взлетающего пассажирского самолета, это уже где-то 1,5 же. До 16 же вы можете испытать, спрыгнув с парашютом в момент раскрытия купола. Ну и 60 тысяч же. В наши дни известно, что пределом кратковременной ударной перегрузки для человека является 300 же, а тут в 200 раз больше. Вы когда-нибудь видели кабачковую икру? Примерно так будет выглядеть человек, помещенный в снаряд после такого эпичного выстрела из пушки. Бутерброды с кабачковой икрой уже никогда не будут прежними. Да, Жюль Верн ошибся, однако своим описанием самого устройства и способа доставки человека на Луну, он, может и сам того не планируя, стимулировал людей взяться за расчеты и оспаривать действенность подобного способа в реальности. Он простимулировал серьезное рассмотрение такой фантастической темы, как возможность добраться до Луны. В 1903 году, как раз когда в Афинском музее начали ломать голову над странной находкой, из затонувшего 2000 лет назад античного судна произошло знаменательное событие. Даже не одно. Воздушные шары и дирижабли, то есть летательные аппараты легче воздуха, медлительные и сильно зависящие от капризов погоды за счет большой парусности и того, что они, собственно, легче воздуха, уже давно были в порядке вещей. Но также люди давно уже размышляли над вопросом, а можно ли сделать летательный аппарат тяжелее воздуха? Нет, создать-то не проблема. Когда-то давно даже воздушный шар из железа пытались сделать. Но вот он что-то летать не хотел. Тут вопрос стоял не только в создании летательного аппарата тяжелее воздуха, но чтобы он еще и летал. Различные идеи и даже опыты ставили уже в 19 веке. Это и Александр Можайский в России, и Клемент Адер во Франции. Но первый задокументированный полет управляемого летательного аппарата тяжелее воздуха состоялся 17 декабря 1903 года в Северной Каролине, США. Это был биплан Flyer 1, созданный братьями Райт. Одного звали Уилбор, другого Орвилл. Да, тот сериал в честь него как раз и назван. Подумать только, пройдет всего 11 лет, и самолеты будут летать над всей Европой, сбрасывая бомбы, стреляя из пулеметов и ведя разведку, а вскоре начнут взлетать даже с кораблей. Ну а что еще знаменательного произошло для этой нашей истории в том же 1903 году? В России в майском номере журнала «Научное обозрение» за 1903 год вышла статья под заголовком «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Автор статьи научно обосновал возможность полета в космос. При этом возможность такого полета осуществима только при помощи ракет на жидком топливе. Ничего себе! Братья Райт только-только готовили свою фанерно-тряпичную этажерку к знаменитому полету, но уже кто-то сказал, что полет в космос реален, найти бы на него только деньги. Автором этой статьи был русский ученый, не просто ученый, а ученый-самоучка, Константин Эдуардович Циолковский. Хотя до путешествия в пространство ой как далеко, но допустим, что все готово, изобретено, осуществлено, испытано, и мы уже устроились в ракете и приготовились к поднятию, а наши приятели наблюдают за нами. Подан знак, началось взрывание, сопровождаемое оглушительным шумом. Ракета дрогнула и двинулась в путь. Мы чувствуем, что страшно отяжелели. 4 пуда моего веса превратились в 40 пудов. Я повалился на пол, расшибся вдребезги, может быть, даже умер. Тут уже не до наблюдений. Есть средство перенести такую ужасную тяжесть. Но, так сказать, в упакованном виде. Или же в жидкости. Испытываемая нами адская тяжесть будет продолжаться 113 секунд, или около 2 минут, пока не закончится взрывание и его шум. Затем, когда наступает мертвая тишина, тяжесть также моментально исчезает, как и появилась. Теперь мы поднялись за пределы атмосферы, на высоту 575 километров. Тяжесть не только ослабла, она испарилась без следов.
Мы не испытываем даже земного тяготения, к которому привыкли. Как к воздуху, но которое для нас совсем не так необходимо, как последний. 575 километров – это очень мало. Это почти у поверхности Земли, и тяжесть должна бы уменьшиться весьма незначительно. Оно так и есть. Но мы имеем дело с относительными явлениями. И для них тяжести не существует. Сила земного тяготения действует одинаково на ракету и находящиеся в ней тела. Поэтому нет разницы в движении ракеты и помещенных в нем тел. Их уносит один и тот же поток, одна и та же сила. И для ракеты как бы нет тяжести. В этом мы убеждаемся по многим признакам. Все неприкрепленные к ракете предметы сошли со своих мест и висят в воздухе, ни к чему не прикасаясь. А если они и касаются, то не производят давления друг на друга или на опору. Сами мы также не касаемся пола и принимаем любое положение и направление. Стоим и на полу, и на потолке, и на стене, стоим перпендикулярно и наклонно, плаваем в средине ракеты, как рыбы, но без усилий, и ни к чему не касаясь. Ни один предмет не давит на другой, если их не прижимать друг к другу. Громадная масса, привешенная на крючок пружинных весов, не производит натяжения пружины, и они всегда показывают нуль. Рычажные весы тоже оказываются бесполезны. Коромысло их принимает всякое положение безразлично и независимо от равенства или неравенства грузов на чашках. Золото нельзя продавать на вес. Нельзя обычными земными способами определить массу. Наблюдающие нас с Земли увидели, как ракета, загудев, сорвалась со своего места и полетела кверху, подобно падающему камню, только в противоположную сторону и в 10 раз энергичнее. Скорость ракеты все возрастает, но заметить это трудно вследствие быстрого ее движения. По истечении секунды ракета уже поднялась на высоту 45 метров, через 5 секунд она уже на высоте версты, через 15 секунд на 10 верст. Ее уже едва мы замечаем в виде тонкой вертикальной черточки, быстро устремляющейся кверху. Через полминуты она уже на высоте 40 километров. Но мы продолжаем ее свободно видеть невооруженными глазами, потому что благодаря все возрастающей быстроте движения она нагрелась добела, как метеорит, и ее предохранительная тугоплавкая и неокисляющаяся оболочка светит, как звезда. Более минуты продолжался этот звездоносный полет. Затем все понемногу исчезает, потому что, выйдя из атмосферы, ракета уже не трется о воздух, охлаждается и понемногу гаснет. Теперь ее можно разыскать только с помощью телескопа. Конечно, родившийся 17 сентября 1857 года Константин Эдуардович не был первым, кто помыслил о полете за пределы земной атмосферы. Как бы Ньютон вывел формулу второго закона имени себя и описал, в общем-то, орбитальный полет, не задумываясь о том же. Однако своей объемной статьей Циолковский уже вполне отчетливо описал движение в космос. Это результат изучения, освоения и обобщения научной мысли от прошлых времен. И вот уже с плеч гигантов слышится новый голос. Можно, ограничив взрывание, подняться только до желаемой высоты. Тогда, потеряв почти всю скорость, чтобы не упасть обратно на планету, мы поворачиваем ракету с помощью вращающихся внутри ее тел и производим новое взрывание в направлении, перпендикулярном к первоначальному. Опять родится относительная тяжесть. Только в этом случае мы можем ограничиться весьма малой ее величиной. Опять повторятся все хорошо известные явления среды тяжести. Снова они исчезнут, наступит тишина и мир, но ракета уже будет обеспечена от падения. Она приобретет скорость, нормальную, к радиусу, вектору, то есть по окружности, как Луна, и будет, подобно последней, вечно вращаться вокруг Земли. Теперь мы можем совершенно успокоиться, так как ракета приобрела прочное положение. Она стала спутником Земли. С ракеты виден громадный шар планеты в том или другом фазисе, как Луна. Видно, как поворачивается шар, как показывает в несколько часов все свои стороны последовательно. Чем он ближе к ракете, тем громаднее кажется. Тем вогнутая, распростертая по небосклону форма его причудливей. Тем более блеску она дает своему спутнику, ракете. Тем последний крутится скорее вокруг своей матери, Земли. Это расстояние может быть так мало, что обход вокруг нее будет совершаться в 2 часа. И мы будем смотреть на разные точки Земли в течение нескольких минут с разных сторон и очень близко. Картина эта до такой степени величественна, привлекательна, бесконечно разнообразна,
что я от всей души желаю себе и вам ее посмотреть. При таком двухчасовом обороте каждые 2 часа ракета затмевается, погружаясь в земную тень и ночь. Последняя продолжается менее часа, затем более часа светит солнце, чтобы уступить место тьме. Когда истощится энергия солнца, разумное начало оставит его, чтобы направиться к другому светилу, недавно загоревшемуся и еще в отсвете силы. Может быть, даже это совершится и раньше. Часть существ захочет иного света или заселения пустынь. Может быть, человечество так будет многократно роиться. Может быть, роилось не раз и раньше, и теперешнее население меньше прежнего. Теперь, с явлением этого труда человечеству, Константин Эдуардович Циолковский становится в ряд тех гигантов, кто подставит плечи следующим. Теперь очередь за теми, кто воплотит эти теории на практике. Прежде всего нужен кислород для дыхания. Мы берем его очень много для взрывания. Могли бы взять еще больше, чтобы хватило и для дыхания на известный промежуток времени. Чистый кислород едва ли годен для человека, даже в разреженном, против обыкновенного состоянии. Действительно, в таком случае давление его на тело окажется недостаточным, и могут открыться кровотечения от чисто механических причин. Вернее всего, употребить смесь кислорода с каким-нибудь газом, безвредным для дыхания, азотом, водородом, но не углекислотой, препятствующей выделению углекислого газа из легких и кожи животного и отравляющей его. Смесью из 20% кислорода и 80% азота под давлением от 1000 до 500 мм ртутного столба дышать хорошо. Азот предпочтительнее водорода, потому что он не представляет опасности взрыва. Разумеется, отделение для пассажиров должно быть герметически закрыто и достаточно крепко, чтобы выдержать давление газов не больше 1 кг на сантиметр квадратный на стенке камеры, когда последнее поднимается в разреженные слои атмосферы и за ее пределы. Удлиненная рыбообразная или птичья форма ракеты выгодна для легкости рассечения воздуха, способствует сохранению газов, а также вообще крепости ракеты, выдерживающей в продолжение взрывания 10-кратное утяжеление. Но мало иметь смесь кислорода и азота, надо еще подбавлять кислород, превращающийся в углекислоту, и уничтожать, или точнее отделять продукты дыхания, углекислоту, аммиак, излишнюю влажность и прочее. Есть множество веществ, поглощающих углекислоту, пары воды, аммиак и так далее. Поэтому необходим запас и этих веществ. Конечно, если путешествие совершается в течение нескольких минут или часов, то такие запасы с присоединением завтрака не могут обременить ракету. Обратите внимание, Циолковский еще в 1903 году говорит о том, что чистый кислород для дыхания в ракете человека нежелателен. Он рекомендует смесь. К большому сожалению, игнорирование этой простой рекомендации однажды, много лет спустя, приведет к большой трагедии. К этой истории мы еще подойдем, когда в повествование вернется Джеймс, сидевший в кинотеатре на сеансе, демонстрирующем фильм «Потерянные». Ракеты были известны давно, даже очень давно. Во времена китайской династии Хань, правящей с 206 года до нашей эры по 220 год нашей эры, был изобретен порох, благодаря которому появились фейерверки для всяких увеселений знати. Там же пришла в голову мысль направить начиненный порохом предмет в противника, и горящий порох будет толкать с большой силой и скоростью этот снаряд в заданном направлении, ну или примерно в заданном. В 1650 году военный инженер-артиллерист Казимир Семенович написал трактат по пиротехнике и артиллерии «Великое искусство артиллерии». Трактат был снабжен иллюстрациями, среди которых была и вот такая. И это поразительно похоже не просто на ракету, а на многоступенчатую ракету. Но внезапная смерть Казимира, некоторые предполагают, что это было убийство, на его интересных исследованиях поставила крест, и мир еще долгое время будет знать лишь обычные пороховые ракеты-снаряды. Подобные снаряды применялись не только в Китае, но и в Индии. Британцы, видимо, были впечатлены летящими в них ракетами, которые запускали по британским войскам индийцы. И уже в начале 19 века в Британии были приняты на вооружение ракеты Конгрева,
с дальностью полета до 2700 метров. В те же годы русский офицер-артиллерист Александр Дмитриевич Засядко по собственной инициативе начал разработку боевых ракет и сумел создать такие, у которых была дальность уже до 6 километров. При этом он создал к ним и залповую систему, рассчитанную на одновременный пуск 6 ракет. Но кроме этого, Александр Засядко занимался расчетами расхода пороха для возможного достижения ракетой Луны. Еще дальше в этом вопросе продвинулся Николай Иванович Кибальчич. Кибальчич разработал оригинальный проект пилотируемого ракетного летательного аппарата с пороховым двигателем. Причем это была управляемая ракета. Управлять ею можно было, согласно проекту Кибальчича, при помощи изменения угла наклона двигателя. А для устойчивости в полете предусматривались крылья-стабилизаторы. Можно предположить, что Константин Эдуардович Циолковский вдохновлялся работами Николая Ивановича. Но тут вот какая штука. Кибальчич разработал свой проект в тюрьме, в ожидании смертной казни. Он был революционером-народовольцем, участником подготовки покушения на императора всероссийского царя польского великого князя финляндского Александра II, которого одни называли освободитель, а другие – вешатель. Покушение, в отличие от неудачного порохового заговора в начале 17 века в Англии, достигло цели, и император был убит. Ряд революционеров приговорен к смерти, в том числе и Кибальчич. За несколько дней до казни он просил Следственную комиссию передать свою работу по пилотируемому летательному прибору в Академию наук. Эта просьба была отклонена. Кибальчич и другие народовольцы повешены, а его работа будет опубликована впервые только в 1918 году. В послереволюционной России шла гражданская война и свирепствовала иностранная интервенция. А новая власть публиковала странные работы по каким-то там нелепым ракетным приборам. Так что, скорее всего, Циолковский не был знаком с идеями Кибальчича. Но здесь, вероятно, сыграл свою роль тот самый исторический процесс. Исторический процесс в науке, когда примерно в одно время разными людьми делаются весьма схожие изобретения. Как было, например, с телескопами-рефракторами и рефлекторами. С самой работой Циолковского от 1903 года было тоже не все гладко. Цензоры не хотели допускать ее к публикации. Издатель Михаил Филиппов очень хлопотал за работу Циолковского, но цензоры не желали его слушать и запрещали публикацию. О чем Филиппов как-то пожаловался своему доброму знакомому, другу и учителю Дмитрию Ивановичу Менделееву. На что Менделеев заметил: «Ну, конечно, цензор есть цензор. Он ведь получает жалование не за разрешение, а за запрещение. Но я вам дам совет не как химик, а как дипломат. Сведите все ваши доводы в защиту Циолковского к пиротехнике. Докажите им, что поскольку речь идет о ракетах, это очень важно для торжественных праздников в честь государя и высочайших особ. Вот пусть тогда вам запретят печатать статью». Совет Менделеева помог, и Михаил Филиппов смог опубликовать часть работы Циолковского в 1903 году. Вторая часть рукописи находилась в рабочем кабинете Филиппова и готовилась к публикации. Но Михаил Филиппов погиб вскоре при невыясненных обстоятельствах, а жандармерия изъяла все из кабинета Филиппова, включая рукопись Циолковского, которую, несмотря на его обращение, жандармы не желали отдавать. Никакого живого интереса публикация работы Циолковского не вызвала. А через несколько лет в одной из газет Константин Эдуардович с ужасом обнаруживает в разделе «Заморской хроники» сообщение о создании мощной военной пороховой ракеты в Америке. И вот что с горечью Константин Циолковский писал об этом. «Ровно 2 года назад появилась моя математическая работа. В ней, в сущности, изложена теория гигантской ракеты, поднимающей людей и даже доносящей их при известных условиях до Луны и других небесных тел. И вот, всесветные акулы, как называет Эдисон похитителей чужих мыслей, уже успели отчасти подтвердить мои идеи и, увы, применить их к разрушительным целям. Но что же вы, мудрецы, любители истины и блага, не поддержали меня? Почему не разобраны, не проверены мои работы? Почему не обратили, наконец, на них внимания?
орудия разрушения вас занимают, а орудия блага нет, когда это кончится, пренебрежение мыслью, пренебрежение великим? Если я не прав в этом великом, докажите мне. А если я прав, то почему не слушаете меня? Общество от этого теряет. Акулы распоряжаются и преподносят, что и как хотят. Вместо исследования неба – боевые снаряды. Вместо истины – убийство. Это в итоге оказалось уткой. Но ситуация симптоматичная. То, что газетная утка на тему ракетного аппарата вообще появилась, говорит о том, что интерес к этой теме какой-то имеется. Но при этом мало кто желал забивать голову научными работами по этой теме. То есть шумиху и сенсацию подавайте, но изучать матчасть, как говорится, какие-то там формулы, нет уж, увольте. Это ж вникать надо. Скучно. Только в 1911 году Константин Эдуардович Циолковский смог добиться повторной публикации своей работы по ракетным приборам, и то частичной. И снова это мало кому было интересно. Разве что инженер-технолог Рюмин в 1912 году в 36-м номере журнала «Природа и люди» буквально возопил: «Циолковский — это гений, открывающий грядущим поколениям путь к звездам. О нем надо кричать. Его идеи надо сделать достоянием, возможно, более широких читательских масс». Но впустую. Константин Эдуардович на свои деньги в 1914 году публикует дополнение к уже опубликованной работе. Наверняка Циолковский очень удивился бы, узнав, что на обложке его издания 1914 года однажды появится 5 автографов 5 человек, которые побывают в космосе благодаря ракетному прибору с жидким топливом. Валерий Кубасов, Алексей Леонов, Томас Стаффорд, Венс Брандт и Дональд Слейтон. Первая, наиболее полная версия этого труда Циолковского была опубликована в 1924 году, уже в Советской России. Однако название сей работы изменилось. «Ракета в космическое пространство». Поговаривают, что по аналогии с работой другого ученого, которая называлась «Ракета в межпланетное пространство». Это была работа Германа Юлиуса Оберта, немца. Опубликована данная работа была в Мюнхене летом 1923 года, и в Советской России на нее сразу же обратили внимание. «Известия» в ЦИК 2 октября того же 1923 года проинформировали читателя о публикации в Мюнхене. Заметка в советской газете была написана достаточно подробно и со знанием дела. В ней подчеркивалось, что Герман Оберт доказал возможность достижения космических скоростей и полета за пределы атмосферы с помощью современных технических средств. В статье от 2 октября 1923 года говорилось, что Оберт не только дает точное описание машин и аппаратов, способных преодолеть земное притяжение, он доказывает также, что организм человека в состоянии выдержать путешествие к планетам и что машина может вернуться назад на Землю. Такие ракеты, описывая путь вокруг Земли, сами становятся маленькими лунами и могут быть использованы как орбитальные станции. Отмечалось также, что основная идея книги Оберта согласовывалась с экспериментами американского профессора Роберта Годдарда и могла служить для них солидной теоретической базой. То есть после этого события практически сразу же в Советской России была издана работа Константина Эдуардовича Циолковского. Ну а кто такой этот Герман Оберт? Родившийся 25 июня 1894 года в Австро-Венгерской империи, Герман Оберт после окончания начальной школы в 1905 году прочитал весьма интересную книгу, которая предопределила его дальнейшее увлечение наукой и весь жизненный путь. Книга называлась «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут» за авторством Жюля Верна. Во время Первой мировой войны Оберт оказался на Восточном фронте. Был ранен во время Карпатского сражения 1915 года. Ему повезло. В этой мясорубке каждая из сторон, а именно Российская империя и Германская и Австро-Венгерская империи, потеряли до миллиона человек. Подобные вещи навевают мысли о том, сколько молодых людей, которые, возможно, что-то могли изобрести, создать, открыть в будущем, остаются лишь цифрами в статистике чудовищных потерь. Излечившись от ранения,
Герман Оберт назначен санитаром при госпитале, поскольку еще в 1913 году изучал медицину в Мюнхене. Наверное, в госпитале было много спирта, поскольку в 1917 году он создал проект 25-метровой ракеты с двухкомпонентным топливом массой 10 тонн, состоявшим из жидкого кислорода и спирта. По его расчетам, она способна была пролететь 290 километров. Начальник госпиталя сообщил военное министерство Австро-Венгерской империи об этом изобретении и предложил поделиться этим изобретением с Германией, как с союзником. Но положение на фронтах, в экономике и очевидная дороговизна и сложность данного устройства, а также сомнительная эффективность помешали высоким чинам заинтересоваться ракетой. После войны Оберт продолжил изучать медицину, а также физику, математику и астрономию. В 1920 году он создает проект многоступенчатой ракеты весом в 100 тонн. Создает проект, конечно же, на бумаге. Надо сказать, был еще один новатор и большой энтузиаст ракетной тематики. В некоторых аспектах Оберт вполне мог опираться на его публикации. Это был Роберт Хатчингс Годдард. Родился 5 октября 1882 года в США. В 1898 году Годдард, будучи 16-летним подростком, прочитал фантастический роман, который предопределил его дальнейшую судьбу. Нет, это не с Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут, Жюля Верна, как вы бы могли подумать. Это был опубликованный годом ранее роман Герберта Уэллса «Война миров». С этого момента его увлекла идея межпланетных полетов. Ну вот и скажите теперь, что научно-фантастические книги, а потом и фильмы, бессмысленны и бесполезны. Хотя наукой Годдард увлекался и до прочтения книги «Война миров». В частности, он с юных лет увлекался экспериментами с электричеством и инженерным ремеслом. В 1911 году он становится кандидатом наук. Конструировать ракеты начал уже в 1914 году. И в том же 1914 году регистрирует два патента. Патент на ракетный двигатель, работающий на бензине и жидком оксиде азота, а второй патент на многоступенчатую ракету. То есть он запатентовал такой аппарат за 6 лет до разработки Обертом 100-тонной многоступенчатой ракеты. Ну что ж, если кто-то додумался до многоступенчатой ракеты в 1650 году, то почему бы не додуматься до этого снова уже в 1914-м? Во время Второй мировой войны на основе работ Роберта Годдарда будет создан динамо-реактивный гранатомет «Базука». Но это потом. А пока только Первая мировая завершилась. Роберт Годдард будет во многом новатором. Первую ракету на жидком топливе запустит именно он. Правда, была она крохотной и взлетела всего на 12 метров, но большой путь начинается с первого шага, пусть и маленького. Годдард писал много статей о ракетной проблематике. А в 1922 году он вступил в переписку с еще одним энтузиастом ракетного движения и межпланетных сообщений, жившим в Европе, в Германии. Своему другу по переписке Годдард отправит в подарок написанную им книгу «Метод достижения экстремальных высот». Звали этого его нового друга по переписке Герман Оберт. В июне 1923 года за свой счет Герман Оберт издает книгу «Ракета для межпланетного пространства». Тезисно она приводит к следующим выводам. Первое. При современном состоянии науки и техники возможно создание аппарата, который может выйти за пределы земной атмосферы. Второе. В дальнейшем подобные устройства смогут развивать такую скорость, что вместо падения на Землю войдут в межпланетное пространство, преодолев земное притяжение. Третье. Имеется возможность создать такие устройства, которые смогут выполнять подобные задачи, имея на своем борту человека, вероятно, без серьезного ущерба его здоровью. Четвертое. При определенных условиях создание таких устройств может стать вполне целесообразным. Такие условия могут возникнуть в ближайшие десятилетия. Здесь необходимо уделить внимание еще одному человеку, который также стоял у истоков ракетного движения в космос. Якову Исидоровичу Перельману, родившемуся 4 декабря 1882 года. В 1913 году вышла его книга «Занимательная физика». В том же 1913 году Яков Перельман выступил с докладом в Российском обществе любителей мироведения о возможности межпланетных сообщений.
И в основу его доклада легли именно работы Константина Эдуардовича Циолковского. В том же 1913 году Яков Перельман начинает переписку с Константином Эдуардовичем, которая будет продолжаться долгие годы. А в 1914 году Яков Перельман публикует дополнительную главу к одному зарубежному роману под названием «Завтрак в невесомой кухне». Дополнительная глава эта была написана к роману Жюля Верна «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут». Причем именно Перельман дал определение этому роману как научно-фантастический. До этого произведения Жюль Верна считались научными, в том числе и со слов самого французского писателя, а фантастическими считались произведения, например, Герберта Уэллса, с которым, кстати, Яков Исидорович даже лично встретится в 30-е годы. Итак, именно Перельман дал новое определение уже вполне себе успешно существующему литературному жанру – научная фантастика. Сейчас почему-то часто путают просто фантастику с научной фантастикой. Вот, например, «Звездные войны» — это не научная фантастика. Там допущения не научные, а сказочные. Невозможно заставить свет остановиться просто в воздухе. А значит, невозможно создать световой меч. Жаль. С 1919 года Перельман стал редактором первого советского научно-популярного журнала «В мастерской природы». В общем, во многом благодаря Якову Перельману, который пристально следил за публикациями по ракетной проблематике, информация о работах Германа Оберта доходила до советского читателя. И благодаря этому Циолковский внимательно следил за работами Оберта. Начиная с 23 года, сведения о его работах публиковалось в советской печати. Константин Эдуардович не разделял того оптимизма своего немецкого коллеги, что современное состояние науки уже позволяет вывести ракетный аппарат с человеком на орбиту. Он считал неизбежным серьезные препятствия, которые возникнут перед первопроходцами, и что потребуется немалый труд для их преодоления. В 1925 году Герман Оберт получает в подарок еще одну книгу от другого энтузиаста ракетной техники. Книга называлась «Ракета в космическое пространство». Подарок был от Константина Циолковского. И с этого времени Оберт тоже стал интересоваться работами Циолковского. Даже в 1927 году попросит Валентина Глушко, с которым переписывался, передать Константину Эдуардовичу привет. Оберт в своем письме ко мне выразил особое уважение к вашим работам и просил при случае передать вам от него искренний привет и пожелание успеха в ваших работах. Лично меня он просил сообщать ему обо всех выходящих в свет ваших трудах и вообще ведущейся в вашей работе. Ох уж эти переписки с немцами, до добра они не доведут. Да, Глушко потом сядет. Ну, едва ли из-за этой переписки, там вообще много чего было. Впрочем, это совсем другая история. Вернемся к Оберту. В 1928 году известный режиссер Фриц Ланг на берлинской киностудии UFA начал работу над фильмом «Женщина на Луне». Создателям фильма пришла в голову мысль пригласить в качестве научного консультанта фильма Германа Оберта. Помимо этого, для создания, как нынче говорят, спецэффектов в этом фильме было также решено поручить Герману Оберту сконструировать действующий макет ракеты, и ему выделили для этого 10 тысяч марок. При этом киноделы себя обделять не собирались. Они подсунули Оберту на подпись договор, согласно которому, если Герман Оберт, работая над ракетой для фильма, сможет в будущем получать с этого прибыль, то обязан будет отстегивать студии 50%. Для фильма он создал двухметровую ракету. Теперь фантастические грезы о прогулках по Луне из многовековых наблюдений, философских рассуждений и математических выкладок через фантастические романы и научно-популярные статьи пробило себе дорогу и в кинематограф. И сам фильм для своего времени был впечатляющим.
том же 1928 году у Германа Оберта состоялась весьма знаковая встреча. Нет, он не с каким-нибудь богатым меценатом или заинтересованным чиновником встретился. Это была встреча с поклонником Германа Оберта, берлинским студентом. Еще в день конфирмации этого молодого человека, то есть во время обряда подтверждения веры и подтверждения обряда крещения, уже сознательным мальчишкой школьного возраста, родители подарили этому, теперь уже студенту, а тогда еще школьнику, телескоп. Остальное уже было неизбежным следствием этого подарка, как он сам о себе скажет много позже. И так я стал астрономом-любителем. И это вызвало во мне необычайный интерес ко Вселенной. Я начал мечтать о том, чтобы сконструировать устройство, которое доставило бы человека на Луну. Этот школьник станет с интересом изучать различную астрономическую литературу и тематические журналы. И однажды он увидит в одном таком журнале рекламу книги «Ракета в межпланетное пространство» Германа Оберта. Он, будучи сыном богатых родителей, вскоре станет владельцем экземпляра этой книги, прочтение которой заставит его всерьез подойти к изучению физики и математики. Ведь просто смотреть в телескоп на Луну и звезды мало, путь туда лежит и через постижение сложных наук. Однажды это юное дарование накупит сигнальных ракет, привяжет их к повозке и запустит адскую машину с ракетными ускорителями по Тиргартен-аллее города Берлина. Повозка пронеслась по улице и только чудом никого не убила. Юного гения арестует полиция, но папа у него был не только бароном, но еще и министром сельского хозяйства Веймарской республики. Так что малолетнего хулигана пришлось отпустить, немножко погрозив на прощание пальцем. И вот, в 1928 году, через несколько лет, уже будучи студентом, он встречается с автором, вдохновившей его книги. Этого студента звали Вернер. Вернер фон Браун. На этом моменте мы поставим многоточие. Вы думали, это полноценное видео? Нет, это маленький пролог, коротенькое предисловие. А вот дальше будет больше.
Примерно в 1285 году в баварском городе Бранау жил-добыл рыцарь Хенеманус де Бруно. Чем он занимался, не особо понятно. Но если отбросить чрезмерно романтизированный писателями лирический образ средневековых рыцарей, то в реальности обычным родом деятельности таких персонажей была резня. Ну, конечно, в будущем появятся рыцари другого рода. Такие как сэр Исаак Ньютон, которому был пожалован рыцарский титул за его достижения, хотя мечом он не размахивал и никого не резал. Но речь не о том, даже не о жизнедеятельности рыцаря Хенемануса де Бруно, а о том, что этот рыцарь каким-то образом преуспеет и станет основателем знатного рода, представители которого на протяжении столетий будут лендлордами и владельцами крупных поместий в Силезии и в Восточной Пруссии. Правда, фамильное имя, то есть родовая фамилия этого рода, будет на протяжении этих веков немного видоизменяться. Сначала Бруно, затем Бруно, потом Деброн, затем Бруйнуй, и в конце концов эта фамилия приобретет свой современный вид – фон Браун.